Друзья, всем привет! Находитесь на канале Автоподбор 25. Напоминаю, чем мы занимаемся. Занимаемся мы проверкой автомобилей перед покупкой. То есть есть несколько вариантов. Вы можете приехать в город Владивосток на самый-самый автомобильный авторынок страны, где продаются 99% японских автомобилей с правым рулем. Соответственно, связаться с нами, мы придем, проверим вам автомобиль. Многие люди, кому-то лень, кто-то не хочет, у кого-то работа, у кого-то какие-то дела и много-много чего. Но человек все же хочет приобрести правый руль. Второй вариант, вы можете это сделать дистанционно. Есть тоже несколько вариантов. То есть, допустим, вы сами находите автомобиль на сайте drom.ru, скидываете ссылочки, мы едем его проверяем. Я к чему это веду? Вот как раз сегодняшнее видео, отзыв нашего подписчика Олега. Собственно, он воспользовался, скажем так, штучным подбором, скидывал варианты, мы их проверяли, и он уже из этих вариантов выбрал себе самый лучший, да, который его устроил. Ну, это ладно, это будет в его отзыве. Что дальше? Второй вариант, вы можете заказать поиск автомобиля под ключ. Что это такое? Допустим, вы уже определились с маркой автомобиля. Если вы не можете определиться с маркой, можете позвонить по телефончику, проконсультируем, то есть расскажем плюсы, минусы автомобилей, сориентируем вас, что есть в автомобиле, что нет. Ну, в общем, все про автомобиль расскажем. Допустим, с маркой вы уже определились. Хотите вы, ну, давайте возьмем пример Nissan Note, да, 16-17 год, бюджет у вас, допустим, 700 тысяч рублей. Мы с вами обговариваем окончательный бюджет, 700 тысяч рублей. Обговариваем состояние автомобиля, то есть это пробег, состояние кузова, аукционную оценку. Ну, кстати, аукционная оценка — это не показатель. Ладно, это отдельная тема для разговора. Цвет, допустим, салона, цвет автомобиля, состояние кузова, допускаются ли какие-нибудь подкрасы, возможно, замены деталей. Многие хотят R-ки. Кстати, вы знаете, я хочу R-ку, да, но вы знаете, то, что R-ки, R-ки рознь. Да, безусловно, есть хорошие R-ки, но есть такие R-ки, то, что просто жесть. Вот элементарный пример. Идет замена двери на автомобиле. Автомобиль R-ка. Да, поменяли двери, поменяли. Казалось бы, страшно, в этом ничего нет. Но что внутри за дверью? Там же это не написано в аукционном листе. Да, когда меняется, допустим, порог, часть порога или стойка, в аукционнике ставят иксы. Но, во-первых, не всегда. То есть в последнее время идет все больше и больше несоответствия аукционных листов. То есть автомобиль приходит, да та же самая R-ка приходит, допустим, с заменой двух дверей. Начинаешь смотреть автомобиль, а по факту там и порог менен, и центральная стойка менена. Вот, поэтому R-ки бывают разные. Ну, ладно. Далеко мы с вами отклонились. Определяемся с маркой автомобиля, со всеми пожеланиями, и мы начинаем искать автомобиль. Мы пересмотрим абсолютно все автомобили, которые стоят на рынке. 10, 20, 30, в общем, все-все-все и все-все-все. Сделаем для вас такую подборочку из нескольких автомобилей. И вы уже из этой подборки выберете себе, скажем так, самый лучший автомобиль, который вас устроит. Вот. Сопроводим сделку, то есть оформим все документы, перегоним автомобиль в транспортную компанию. В общем, будем вас вести до момента получения автомобиля. Но это так, ребят, кратко. Более подробная информация уже, конечно, по телефону. Поэтому, кто хочет приобрести автомобиль, звоните, пишите, не стесняйтесь. Позвонили, не ответили, перезванивайте. Работаем, то есть постоянно сидеть на телефоне, отвечать на звонки, к сожалению, тоже времени нет. Не дозвонились, в WhatsApp написали, либо смс-ку, либо голосовое сообщение. Есть время, ответили. Вот, а сейчас давайте посмотрим отзыв Honda N-Wagon. То есть с момента эксплуатации прошло уже больше полгода. Как Олег приобрел себе автомобиль. Вот, что это за автомобиль? Ну, в общем, смотрим. Приветствую зрителей YouTube, в частности канал Автоподбор 25. Меня зовут Олег, я из Москвы. Хотел бы сегодня кратенько рассказать про данный автомобиль. Всем известный Honda N-Wagon, которым я уже пользуюсь полгода. Значит, сразу хотел выразить благодарность Александру с Сергеем за помощь в автоподборе. Немного истории, как это все произошло. В конце сентября прошлого года решил купить автомобиль. Выбирал между N-Wagon и N-Box.
Вот. Вариантов на тот момент было немного, поэтому штучный подбор из достойных экземпляров было еще меньше вариантов. Данный автомобиль был первым на подборе, но полностью его тогда посмотреть не получилось. Он даже в каком-то видео засветился у Александра на канале. Следующий экземпляр был перевертышем, исправленным, выпрямленным. Третий вариант был утопленным. В общем, комплектации были хорошие, богатые, но задешево. А мы знаем, что дешево хорошо не бывает. Но в итоге я взял вот этот автомобиль с косячками, безусловно. У него даже не бальная оценка, даже не R. У него в аукционном листе стоит отметка, что претензий не имеет продавец. По-моему, это так называется. Значит, оба автомобиля кастом комплектация, 2014 год. Пробег на момент покупки был 38 тысяч. По автомобилю был удар в правый передний угол. Был поврежден рычаг, который заменили еще перед продажей. Треснутый бампер был, туманка ушла. И были сработаны подушки безопасности. Водительская и правая шторка. Водительскую заменили еще перед продажей. Шторку я уже ставил после покупки. Вот, об этом было известно. Но самое главное, что автомобиль на ходу. И техническое состояние его отличное. Двигатель, коробка, все без претензий. Это были основные критерии, по которым я купил в итоге этот автомобиль. Естественно, после покупки все косяки я устранил. Подушки, вмятины, царапины, негорящие лампочки в разбитой противотуманке. Все это я починил. Что по эксплуатации? За полгода я только еще сильнее, можно сказать, влюбился в этот автомобиль. Он мне очень нравится. Он маленький. Он не прожорливый, об этом уже всем известно. Узенький в Москве с нашим движением, это очень актуально. Быстро я не езжу, где-то режим пенсионер так называемый, 80-90. Расход с этим 4,5-4,7 литра зимой. Даже когда засыпало Москву по колено или даже по пояс, то машинка себя очень хорошо показала. И системы ESP, ABS, все это помогает. В общем, я очень доволен. По эксплуатации, опять же, вот все говорят, маленький багажник. Да, он маленький, но вот лично для меня, например, здесь сумки какие-то перевезти с магазина можно с легкостью. Это при максимально отодвинутом ряде кресел назад. Что мне нравится здесь, это вот эта маленькая полочка, маленькая ниша, в которой я вот вожу всякие масла, ремкомплекты, лопата, что актуально для нынешней зимы. Все это там очень хорошо помещается. Вот. Очень удобно. В салоне. В салоне все знают, что места много. Ну что в салоне возят? Да мало что. Жилет, например. Светоотражающий нужен машине. Вот эта палочка, кстати, внизу тоже использована. Лежит щетка и дворники. Так и удобные, удобные ниши. Все можно положить. Ну а в дверях у нас, как обычно, тряпочки, смазочки, отверточки. Удобный автомобиль. Подставка под телефон. Все есть. Давайте я присяду. Вот. И еще один момент хотел отметить. Это что касается запчастей на этот автомобиль. Расходники, масла, фильтра. Можно достать в Москве запросто магазин «Автодок». Там закупаюсь постоянно. Такие детали, как, например, кузовщина, фары. Да, это Владивосток однозначно. Но цены, кстати, не такие высокие, я ожидал намного больше. К примеру, фара передняя, линзованная, как у меня, стоит порядка 7 тысяч. Вот. Ну и пробег на данный момент, можете видеть, 45,5 тысяч. Март 2021 года. И что немаловажно, еще отмечу. Данный автомобиль я покупал дистанционно.
Я находился на момент покупки в Москве, общался с Александром по WhatsApp, скидывал ему объявление на автомобиль, который я бы хотел посмотреть. Он ехал, смотрел, присылал мне фото и видеоотчет, и уже я принимал решение смотреть дальше или покупать автомобиль. Конечно, было стрёмно, когда я перевел деньги за авто, и получилась такая ситуация, что как будто бы нет ни денег, ни автомобиля. Но как-то доверие было на уровне, на высоком к Александру, учитывая его опыт работы, статистику, отзывы. Поэтому я очень смело могу рекомендовать его услуги и не бояться покупать автомобиль дистанционно. Конечно, пришлось поволноваться, когда автомобиль месяц шел после покупки. Но там получилось, что сначала автовоза не было, 2 недели она стояла в транспортной компании, потом 2 недели ехала. Но, как видите, машина у меня, я уже достаточно такое продолжительное время пользуюсь. И у меня только положительные отзывы, поэтому желаю Александру с Сергеем успешного развития, больше клиентов, положительных отзывов. Ну и, конечно, было бы здорово иметь офисы какие-нибудь, продажи и больше помощников. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.